Радио «Вера» представляет. Храмы моего города. Наверное, ни одна столица, ни одного государства не подвергалась столь многим опустошительным вражеским набегам, как Москва. И ни одна столица, ни одного государства не была так часто и так чудодейственно спасаема помощью святых образов. Одно из воистину чудодейственных спасений Москвы случилось в 1591 году, когда к стенам Москвы подошло войско крымского хана Казыгерея. Когда татары были еще на подступах к Первопрестольной, царь Федор Иоаннович велел совершить вокруг городских стен крестный ход с донской иконой Божьей Матери и затем поместить ее в походной церкви преподобного Сергия Радонежского посреди русского стана. Набожный царь провел ночь в молитвах перед иконою, и было ему видение, что он одержит победою силою Христа и предстательством его матери. Почти сутки длилась кровавая битва. А дальше произошло чудо. В самый разгар битвы татары вдруг обратились в паническое бегство, бросив на поле сражения убитых и раненых и весь свой скарб, или, как тогда говорили, обоз. Оттого и основанный здесь впоследствии монастырь называли в Старой Москве «Что в обозе», а настоящее его имя – Донской, в честь той самой иконы Божьей Матери, которой Сергий Радонежский благословил великого князя Дмитрия Ивановича Донского на Куликовскую битву. Как, однако, переплетаются события и святыни великой русской истории. Храмовый комплекс Донского монастыря включает в себя более 10 удивительной красоты построек. И древних, малого и большого соборов в честь Донской иконы, и новых, как, например, церковь святителя Тихона, патриарха Всероссийского, построенная в 1997. Кстати, в 1989 во время ремонта Малого собора был обнаружен гроб с нетленными мощами патриарха Тихона. В том же году он был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Его святые мощи положены в раке в Большом соборе Донского монастыря. Некрополь Донского монастыря называли Сен-Жерменское предместье Москвы. Здесь покоится историк Ключевский, первый выборный ректор Московского университета Трубецкой, философ Чаадаев, писатели Сумароков и Хирасков. В 1930-х с Даниловского кладбища сюда перенесли прах художника Перова. Интересно, что в Донском монастыре с 1936 года хранились и разобранные триумфальные ворота, которые ранее стояли на площади Белорусского вокзала. Позднее, через 30 лет, в 1967, они были вывезены с территории монастыря и установлены на Кутузовском проспекте. В 1991 году монастырь был передан Московскому патриархату. А находится Донской монастырь недалеко от метро Шаболовская. Храмы моего города. Oh.
В Донском монастыре зимнее убранство. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Взяв метели под усы, за стеной, как близнецы, встали новостройки. Снятся графам их дворцы, а графиням бубенцы за бубенной тройки. А в Донском монастыре время птичьих странствий. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Дремлют шуму вопреки и близки, и далеки от грачиных криков камергеры, старики, кавалеры, моряки и поэт Языков. Усопший век баллад, век гусарской чести. Дамы пиковые спят с германами вместе. Под бессонною Москвой, под зеленою травой спит и нас не судит. Век, что век закончил свой, без войны, без мировой, без вселенских сует. Листопад в монастыре. Вот и осень, здравствуй. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Век двадцатый на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство. А в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянству. Век двадцатый на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство.
А в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянскому.